Всем привет! Сегодня у нас обзор построек Кримсона, только другого Кримсона. Можно базальта. Так, первая постройка это что? Это шагоходы. Эти вот два шагохода я делал по твоему видео. Я им просто сделал декор. Не самая лучшая вот эта вот постройка. А это это аз на механизме Кримсона. Управление, по-моему, я немного поменял. Сначала на X. Что-то там поломал, доделал. Поэтому он немного поворачивает вправо, когда идет. А покажи мне вот этот шагоход с декором, как он работает? Просто декор. И это более компактная версия. Я, блин, долго старался сделать его поменьше. Единственное, которое я не изменял вообще механизм, это вот этот вот. Постройка это военный корабль. Ну, мне друзья говорят, что это корабль из Вархаммера. И просто корабль с домиком. Только не торопись, можно показывать подольше. У военного корабля, с военного, думаю. Военный корабль у меня ушел где-то, наверное, полчаса. Я делал его. Поэтому детализация не такая уж и хорошая. Делал вот здесь вот котел, как бы этот. Лопату сделал. Никакой лучший вариант поднятия наверх, чем прыжка, я не придумал. Работает свет. Самое прикольное, это то, что нажав на X, тут прям крутятся эти турели. Сделал. И часто он это делает. Инвертированное управление обычно. А вот здесь ничего интересного уже нету. Следующий корабль это просто корабль с домом. Тут ничего интересного нету. Просто красивая постройка. Я даже не дом, даже ничего не делал в нем. Потому что делал я это, ну, на перегонке с Томасом. Это лучше построить. Тут еще скоро, может быть, добавлю здесь люк, который сам будет открываться на поршнях, скорее всего. Называю его Аквамех. Не самая лучшая постройка. Я больше детализации ушел здесь. А ходит он плохо. Поворотливый очень. Давай посмотрим, как он. Давай, сейчас. У него часто ноги подкашиваются, когда он идет. Вот так вот. Я не знаю как. А, может же было коллизию. Я только что додумался. Такой вот. Вот так идет. Из-за того, что анимация персонажа, он захлестывает ноги назад. Вот робот тоже. Это вот проблема. Будет как-то нереалистично, можно сказать. Еще он может несколько прыжков сразу же делать. Это мне немного не нравится. Это вот вся постройка. Дальше лучше. Это только первая часть построек базальта, которую я вам показал. В следующем видео я покажу и другие его постройки. Я буду их чередовать с постройками других подписчиков. На этом наше видео заканчивается. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. С вами был Геймс. Всем пока!